14 медалей привезли воспитанники детской спортивной школы ИКАР с областных соревнований по рукопашному бою. Андрей Баранов в своей возрастной категории завоевал бронзовую медаль. В турнире молодой человек участвует третий раз и постоянно повышает свои результаты. Перед боем я начинаю хорошо разминаться, чтобы весь мандраж с меня, так сказать, сходил. С бронзовой медалью домой приехал и Семен Титов. В своей возрастной категории молодому спортсмену пришлось встретиться сразу с тремя соперниками. Побороть первого Семену удалось легко. Во второй схватке молодой человек уступил противнику, а в третьей собрал всю волю в кулак и победил. Да, я доволен, потому что для первых соревнований я считаю, что это хороший результат. Я определенно получил большой опыт в боях. Теперь знаю, как будет лучше выступить. Турнир по рукопашному бою в Нижнем Новгороде проводится ежегодно. В этом году в нем приняло участие более 180 спортсменов со всей области. Всего наш город представили 23 воспитанника спортивной школы ИКАР. Ребят подготовили тренеры Хабибулла Губайдуллин и Валерий Трубин. Этот первенство области был отбор на Приволжский федеральный округ. Основная масса, которая у нас сейчас будет ехать, они все заняли вообще призовые места. Я доволен своими участниками. Вот. Хорошо выступили. В эти выходные спортсмены отправятся на первенство Мордовии, а после ребята поедут защищать честь нашего города в Ижевск. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.